Вода за ночь ушла. Эти камыши были в воде. И вот этот пенек стоял у воды. Где-то сантиметров, наверное, 50-60 ушло. Жарище стоит кошмарное. Плюс 33, белка. Что-то там копошится, моет. Машину спрятать не удалось. Думал, вот этого дерева будет падать. Фигу там. Такие вот облака, блин. Так, у нас все чисто, кайфово, все убрали. А, по идее, сегодня должны сюда наши друзья заехать. Но это не точно. Все, выезжаем от Садова. Щука падла так и не поймалась. Подразнила тебя и все. Ну. Хорошая, она ждет меня всегда. Сюда встречает. Прокатится, падла, и спрыгивает. Еще здесь где-то вот место есть нормальное. Сейчас по пути будем ехать, посмотрим. Вот дебилы, блин, заедут, понасрут. Проезжаем, вот здесь люди ночевали. Ну, во-первых, ладно, по-русски говоря, насрали везде. Нагадили. Ну, еще и бутылок понаоставляли со стаканами. Вообще просто поражаюсь. А вот какое-то место. Ну, здесь. Ну там травы дофига, а здесь я. Вот тоже, пожалуйста, пузырей понакидай. Ну здесь можно, кстати, базу-то разбить. Ну. Ну-ка, сейчас подожди. Я... Посмотришь? Вот гляну, что там. А это не тут? А, ну нет. Сейчас гляну. Посмотрим. Ну, под удочку, да. Камыши есть. Здесь что-то ставят. Блин, не знаю. Щука-то вон там вся в корягах. Не, под удочку нафиг. А там все под удочку. Можно покидать, конечно, но... Так, ни о чем. Сейчас дальше посмотрим, где наш. А, вот он же, наш островок, кстати. Да. Ну, ой, здесь поляна. Нормально? Ну, о, на траве, хорошо. Да на траве, это на траве. А деревьев что, совсем? Ну, нет. Ну, да. Вообще, там как три тополя на плющихе опять. Ой. Не знаю, здесь заезд? Открой заднюю дверь. А что у тебя? На вон он. Кто? Все. Да их там тьма тьмущая. Ну хотя бы по одному. Вот здесь они, наверное, съезжают, да? Ай, ладно. Ну зачем? Ну видно же, что нету деревьев. Ну так всегда, блин. На отдыхе. Но отдыхаешься так, что, блин, башка не соображает.
потом один день. И опять надо и, куда-то. И опять старт. Не, ну оно в принципе уже сегодня вечером можно стартовать. Просто солнце вот это вот адское, оно, конечно, блин, дает о себе знать. Ну вот у нас вот это место нормально, оно с деревьями. Как но. С утра в одну сторону. Солнце, но. А потом, когда самое такое пальво начинается, чика и тишина, спокойствие, в тенечке, прям по кайфу. А особенно к вечеру, когда готовишь, что-то начинаешь готовить, то уже в теньке. Короче, надо кока-колы взять. Ой, да, пить хочу. И что-нибудь покурить. А то уже что-то уши пухнут. Здесь просто офигенный вид. Windows XP. А, Windows 95. Да. Уже тут все высохло. Да. Да смотри, тут уже даже камыш вырос. Угу. Так, ты откуда, падла, взялся здесь, скотина? Да, смотри, уже, блин. С метр уже вымахал. Как это? Когда он успел-то? Так он же быстро растет. А там, видать, вода осталась. И вырос. Че, нам на подъем? Угу. Наш любимый подъем. Слушай, ну там, где мы были, самая большая воды, глубина вообще офигеть. А Иртыш вот он. Мутный такой. Ну да. Чувствую, вот это сейчас все как бы пахнет вечером. Ой, пускай дождик пройдет. Ну что, в сельпо? Вон, выпусти его. Кого? О, зверь. Пошел, господи, какие они тупые, блин. Вообще поражаюсь. Ну все, вроде нет. Тупорылые, блин. Что-то здесь строили, бросили и выехали. Почему? Вон строится. Я тогда, мы приезжали. Там один, вообще один фундамент был. Не, а строители один раз видел, больше их не видел. Нет, мы потом еще раз подъезжали сюда, я видела строителей всегда. Ти-дин. Забавно. А за забором целый плантации. Жесть. Залетел все-таки. О, боженита тема. Но. Вон эти. Какие-то такие породистые. Девчонки, смотри, какой породистый. Но. Прям горный козел. Забавно. Так, ну что, нам сельпо. Слушай, а давай в тот заедем, в котором мы кока-колу брали. Спросим, у них вообще есть наши сигареты или нет. Давай. Вот так выглядят местные магазины. Телефон. У меня все время, вот я прикалываюсь, у всех магазинов почему-то телефон. А я вот понять не могу, зачем. У всех, даже у Бича, блин, и то, этот как его. Где телефон? Вон телефон, таксофон. А. Все? Наверное, хрен знает. Любитель трактора. О, до 9 работает, надо запомнить. Чё? Перевод онлайн или наличный? Ах, короче, поехали в другой магазин. У них либо перевод онлайн, либо наличные. А мы онлайн переводом не занимаемся, да? Ну. Фу. Пипи. Что-то, блин, у нас вроде кондёр работает. Ну, а... что-то не дует. Нет, он дует, но почему-то... Не дует. Жрище какая-то.
бабушки. Ай, бабушка, стой, дай проеду. В общем, такие покатушки на центральную дорогу нужно обязательно. Блин, а он туда куда-то огородами свернул. А вдруг там нету этой дороги? Ну. Он как-то там поехал. А нет, он куда-то туда поехал. Короче. Я хуй знаю. Ой, простите за мой французский. Через час гроза. Все. Двигаем на север. Там вроде нет грозы, дождя и тому подобное.